В Республике Дагестан состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участие в них приняли 16 команд. С приветственным словом к участникам выступил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Республике Дагестан Ахмед Байбатыров. Хочу пожелать всем участникам наших соревнований хороших результатов. Надеюсь, наши соревнования пройдут на хорошем эмоциональном уровне. Личный состав покажет достойные результаты и без травм. И пусть победит сильнейший. По итогам соревнований почетное первое место завоевала команда 13-й пожарно-спасательной части. На втором месте 7-я и на третьем команда из ПСЧ по ТКП. На этапе штурмования учебной башни первое место начальник караула 8-й пожарно-спасательной части Руслан Хиромагомедов, второе старший инструктор пожарной СПСЧ по ТКП Залимхан Ахмедов, а третье место начальник 13-й пожарно-спасательной части Ахмед Амиров. Помимо этого были определены лучшие на этапах преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и денежными призами.